Всем привет, у нас коротенькое видео по пультам КСП, коллекторная версия. Многие спрашивают, а что за перемычка в пульте стоит и для чего она нужна? Покажем на практике, что происходит, если перемычка в пульте не установлена. Что происходит? Когда вы открываете пульт, чтобы поменять батарейки, у вас они выскакивают. Вот две даже выскочили сразу. Две? Да. Ну, остальные это даже при открытии выскакивают, потому что 8 стоп рядов. И чтобы этого не происходило, перемычка удерживает ряд батареек в пульте. Теперь попробуем то же самое с перемычкой. Будут на месте, не надо будет по траве лазить и искать их. Там специальные разъемчики здесь вот есть. Есть длинные, да, есть короткая. Так что длинные в длинную, короткая в короткую. Да, то есть не перепутайте полярность. Вот, теперь батарейки зафиксированы. Один ряд не будет подталкивать второй, из-за этого они не будут никуда деваться. Потрясли, попробуем, открываем. Батарейки на месте. Вот удобно, хотя и, казалось бы, простая вещь. А без перемычки будете собирать по полу, а они могут разбить дорогой кафель или хрустальный бокал пива. Всем пока!